Здравствуйте, меня зовут Валерия. Сегодня мы разберем общие фразы языка самых очаровательных девушек. Начнем с простого приветствия. Если вы уже знакомы с девушкой, то для начала разговора вполне хватит привет. Простое и короткое привет. Если же вы еще не знакомы, или хотите произвести впечатление образованного человека, произнесите «здравствуйте». Давайте попробуем по слогам. Здравствуйте. Дословно вы желаете здравия собеседнику, то есть здоровья.